Устим Штейман – почетный гражданин Сочи и герой социалистического труда. Более полувека он посвятил чаеводству, прошел путь от рядового рабочего Дагомысского совхоза до руководителя объединения «Краснодар-Чай». Позже был советником министра сельского хозяйства и продовольствия СССР. Заслуженный агроном России в свое время создал чайные домики, ставшие достопримечательностью Сочи. И подвиги у Штеймана не только трудовые. До того, как он переехал в Сочи и работал в сельском хозяйстве ведущим специалистом по чайному производству, в годы Великой Отечественной войны он защищал Кавказ. Он защищал Кавказ в 140-й горно-стрелковой дивизии и имеет отношение к защите перевалов на подступах к Сочи. В честь столетия со дня рождения Штеймана было принято решение увековечить его память. Эта набережная на правом берегу реки Дагомыс будет называться «Набережная Штеймана». Торжественное открытие состоится 20 февраля. В этот день в Дагомысе появятся стенды памяти, пройдут дегустации краснодарского чая и тематические экскурсии. Подробный план мероприятий сейчас разрабатывается в администрации города.